Всем привет и подписчикам, и просто зрителям. Вот очередная посылочка пришла из интернет-магазина. Так сказать, рубрика открывается, начинаем экономить. Это видео будет посвящено абразивам, поскольку цены на него разные, качество разное. Ну, открываем посылочку. Здесь у нас находятся абразивы. Почему я решил заказать? Это у нас абразивчики, которые стоят довольно-таки дешево. Решил их попробовать. В данном случае тут всех по 50, вот под машинку. 500 абразив, 320. 240 и 120. Всех по 50 штук, по-моему. Да, по 50. В связи с чем это связано? Связано это с тем, что вот эти абразивы на сеточке, тоже мирковские, у нас на них цена, мягко говоря, кусается. А что касается вот этих полосок, так они вообще, цена, я считаю, неадекватная. Потому что вот эти полоски 120, 125, 115 в магазинах. Вот эти абразивы на сеточке. Я бы не сказал, что они прям чудо какие хорошие, но цены на них у нас доходят тоже чуть ли не до 90 рублей. Начинается от 75 и выше, где-то до 90 по магазинам. Вот, это как бы не дешево, поскольку приходится работать и вот такими, и вот такими. И в итоге получается, что на деталь уходит 1000 и больше только на шкурки. Ну, на сегодняшний день это как бы крутовато. Вот, решил попробовать, сделал вот такой заказик. Сейчас я открою сами упаковочки. Как мы видим, та же мирка. Только здесь, в данном случае, у нас сеточка. Вот она просвечивается насквозь. Для пылеотвода, конечно, такой пылеотвод, я понимаю, будет эффективней. Здесь этих отверстий поменьше. Ну и цена не такая. Вот за 200 штук этих мне пришлось отдать 3000. Если пересчитать это все на вот такие вот шкурки, ну, я сейчас посчитаю и озвучу. Вот он чек, его видно. Это еще за июнь месяц. Тогда цены были поменьше. И то это Абранет. Блин, не могу навести резкость. Ну, не важно. Абранет вот стоит 74 рубля. Одна штучка. Да что ж такое? Автофокус. Вот. Навелся. Абранетовская шкурка в данном случае даже немножко подешевле. Но и то. В июне месяце она стоила вот по 74 рубля. Ну, округлим до 80 и посчитаем, сколько бы это вышло. Даже по минимуму. Так вот, если взять 50 кругов по 80 рублей, получается вот такая упаковочка стоит 4000. Итого на 16 тысяч получается. Ничего себе циферки, да? Почему? Потому что, ну, очень дорого. Вот, я так подозреваю, что и эта шкурка будет работать не хуже, а может быть даже и лучше. Вот, но цена, извините,
Вот за эти 4 упаковочки я должен был отдать 16 тысяч. А так с доставками, с налогами и с прочим, я это выписывал наложенным платежом, я отдал 3 тысячи. 16 и 3. Это довольно-таки разница огромная. Грубо говоря, за 16-17 тысяч можно купить какую-то хорошую, либо мирковскую, либо рупесовскую, либо еще чью-то шлифмашинку довольно хорошего качества, которая прослужит ни год, ни два. Вот у меня ЛР-ка, машинка рупесовская, она уже мне служит ну порядка лет 10. Я на ней меняю только щетки. Вот, начинаем экономить, а куда деваться? Вот, пишите свои соображения, наблюдения. Я как бы эту тему хочу развить и жду от людей, от знающих, подсказок или советов. Всем удачи, пока-пока.